сегодня в полночь. Чем больше подключений, тем скорее он умрет. Его IP меняется каждый раз. Постоянно открывается его зеркало на чьем-то чужом сайте. Тот же самый подвал. И снова в онлайн. А бегущие цифры — число активных пользователей, доза вводимого медикамента. Согласно дьявольскому плану убийцы, чем больше людей зашли на сайт, чтобы увидеть муки жертвы, тем быстрее она умрет. Каждый американец, зашедший на сайт, соучастник убийства. Весь мир хочет увидеть твою смерть, хотя не знают, кто ты. Пора арестовать этого отморозка. Не оставляющий следа.